Тема дня. Черное золото и курс тенге. Казахстан увеличил прогноз цены на нефть в 2 раза. Так, в проекте уточненного бюджета на текущий год стоимость пересмотрена с 20 до 40 долларов за баррель. Отмечу, сегодня Brent торгуется за 41,75. В Министерстве энергетики рассказали, с начала года страна произвела почти 65 миллионов тонн нефти. Из них чуть больше 52 миллионов экспортировали. Интересно, но в Минэкономике умолчали о прогнозном курсе тенге за доллар. Кстати, нацвалюта в сентябре ослабла сразу на 3%. С чем это связано, рассказал председатель Нацбанка Ербулат Дусаев. Отчет главы регулятора слушала и моя коллега Улпан Бегалина. Сейчас она на прямой связи со студией. Улпан, так в чем причина волатильности курса? Улпан? Мариам, похоже, что диверсификация экономики, к которой мы так стремимся, еще долго будет планом на бумаге. Судя по словам Ербулата Досаева, наша экономика до сих пор сильно зависит от внешних факторов. А нефть, соответственно, наш главный ресурс на мировой арене. От цены на черное золото зависит и стабильность курса национальной валюты. Например, в сентябре тенге ослаб с 4,20 до 431 за доллар. По словам Ербулата Досаева, именно в этот период и снизился мировой спрос на нефтепродукты. Вторая причина, которой, откровенно говоря, прикрывается не только Нацбанк, но и другие госорганы – пандемия коронавируса. Валюты развивающихся стран в сентябре ослабевали на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом, которое привело к снижению интереса инвесторов к рисковым активам и укреплению курса доллара. За месяц ослабла турецкая лира, российский рубль и аргентинский песо. В целом, индекс валют развивающихся стран в сентябре прибавил всего 0,4%. Тенге на фоне общего движения валют демонстрировал умеренное ослабление на 2,8% за месяц. Складывается впечатление, что влияние внешних факторов на курс нацвалюты – заученная мантра. Например, об этом на Банки говорили еще в августе. Тогда, я напомню, курс доллара составлял 420 тенге, а объем торгов на бирже достиг 160 миллионов долларов. Правда, на ослабление повлиял и другой фактор. Предлагаю еще раз послушать комментарий от Нацбанка. На курс национальной валюты влияет как внешние, так и внутренние факторы. Из общих это, в первую очередь, цены на нефть. В первом полугодии минеральные продукты заняли более 70% от всего экспорта, а цены на них упали из-за ситуации на мировых рынках. В результате мы получили снижение предложения валюты на внутреннем рынке и негативное влияние курса на тенге. Теперь разберем вчерашнюю ситуацию на бирже и ситуацию с курсом тенге. Объемы на бирже выросли в связи с тем, что биржа не работала в пятницу с празднованием Курбан-айта, тогда как глобальные финансовые рынки продолжали функционировать. О причинах волатильности нацвалюты мы побеседуем с экспертами. Их мнение я расскажу уже в вечернем выпуске новостей. Но возвращаясь к теме бюджета, хочу отметить, что в текущем году расходы госказны будут увеличены на 500 миллиардов тенге. По данным Минфина, на борьбу с ковид дополнительно направят 238 миллиардов тенге и 261 миллиард на другие расходы, которые включают в себя поддержку экономики, зарплатный фонд и проведение выборов. На надбавки медикам выделяют 143 миллиардов тенге, на премиальные полицейским, которые участвуют в противоэпидемиологических мероприятиях, 83 миллиарда тенге. Вместе с тем, вице-премьер Алихан Смаилов подчеркнул, что до конца года госорганы должны успеть освоить свыше 4 триллионов тенге. До завершения финансового года остается 2,5 месяца или 55 рабочих дней. До конца текущего года предстоит освоить 4,2 триллиона тенге с учетом уточнения. В числе причин неосвоения – незавершенные конкурсные процедуры. Кроме запланированных бюджетных программ, дополнительно из резерва правительства выделены на неотложные цели 236 миллиардов тенге. По ним также наблюдается плохое освоение. На 9 октября освоены всего лишь 111 миллиардов тенге. Проект уточненного бюджета члены Кабмина утвердили. Теперь документ будет представлен депутатам в парламенте. Марьям, и на этом у меня пока вся информация. Передаю тебе слово. Спасибо, Улпан. Думаю, в других, как ты сказала, материалах ты обязательно напишешь об этом подробнее. Я продолжу.